Участники чемпионата и первенства Тверской области по парусному спорту встретились при слиянии Тверцы и Волги. Яхты на воду спустили около 80 спортсменов, представляющие Тверь, Конаково, Кимры, Весьегонск, Завидово, Вышний Волочок, Калязин. Словом, все города и веси, где культивируется парусный спорт. Состязания стали своеобразными проводами лета, а лето побаловало яхтсменов последним теплом и солнцем. Погоду можно идеально назвать сегодня? Нет, ветра мало, конечно. То есть погода наладилась, хорошо солнце, но так обычно бывает, как только налаживается погода, исчезает ветер. Поэтому мы как раз больше любим плохую погоду. Впрочем, парусный спорт будет популярен при любой погоде, ведь он признан одним из приоритетных в регионе. У нас парусный спорт развивается как в качественную, так и в количественную сторону. То есть у нас стало и большее количество занимающихся, и у нас уже есть спортсмены, которые завоевывают призовые места на всероссийских соревнованиях. А где были соревнования, где они завоевывали, участвовали, в каких регатах в последнее время, например? За последнее время было 3 регаты в Москве и 1 регата в Рыбинске, и в Санкт-Петербурге было первенство России. Сегодня только в Твери под парусом регулярно ходят примерно сотни ребятишек от 8 лет и старше. Парусный спорт, как и любой спорт, в первую очередь дает здоровье и занятость ребенка, да? Также можно отметить, что поскольку у нас спорт сложный технический, также еще всесторонне развивает ребенка. То есть он получает не только здоровье, но еще какое-то умственное развитие, скажем так. В результате Виктор Грязнов и Дарья Бойцова победили в классе «Оптимист» среди старшей возрастной группы, а Юлия Комиссарова заняла первое место в этом же классе среди спортсменов младшей возрастной категории. Александр Ложкина и Владислав Метусов завоевали золото в соревнованиях яхт класса «Луч». Теперь тверским яхтсменам предстоит участие во всероссийских регатах, которые пройдут в Новороссийске и Таганроге.